Luqansk vilayətinin Severodonetsk şəhərində işğalçı Rus ordusunun tərkibində döyüşmüş daha iki nəfər Ukraynalı hərbçilər tərəfindən əsir götürülüb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə əsirlər hərbi hazırlıqlarının olmadığını, cəmi iki həftə Çeçenistan ərazisində saxlanıldıqlarını və döyüşə göndərildiklərini deyib. Əsirlərin görüntülərini təqdim edirik. Откуда сам? Попов Артем Викторович, город Междуреченск, Кемеровская область. Где проходил службу? Нигде. Вот в Чечне только две недели дали пострелять с автомата по 3-5. А где именно дали? Это Русь. На университете русского спецназа? Мы постреляли дальше. Все. И сюда. А, то есть? Луганская область, видите, мы все служим в Украине. Русская область, Великие Мосты. Как попал на сторону Севера? Призвали, пошел, забрали. Родственники, дети, жена есть? Мать, отец. Мать, отец. Ну, передавай привет, ебать. Ну, здравствуй. Жена. Нема у него. А у тебя жена? А, гражданский брат. Брак у меня и все. А так, братья. Короче, за тебя тоже никто не печется, да? Понятно. Ну, говорим за то, как есть. Вот если каждый из вас подымется там и скажет, что тогда будет толк. А то, что вы, блядь, бухаете, ну, это маленький, или кто-то там есть у вас. Вы пришли на землю нашу, тем более ты украинец, тем более у тебя украинский паспорт. Я перед тобой.